Да, ребят, всем доброго вечера. Реалинда, Калифорния. Вот сегодня хочу поделиться с вами, ребята, такой вот радостью для меня, новостью. Вот сегодня я наконец-то нашел passion fruit настоящий, съедобный. Это passion fruit сорта Фредерик. Как раз вот как эти кусты, которые вот на заднем фоне, да, вот эти малыши, это как раз сорт Фредерик. И я был в одном из нерсери, и там просто там были взрослые уже кусты плодоносящие. И под ними вот нашел вот эти полностью спелые плоды. А видите, вот он так выглядит, уже полностью спелый, вот морщинистые такие они. Они опадают с куста, не портятся при этом. И аромат, ребята, я уже один съел, сразу скажу, то есть я знаю, как он, что это по вкусу. Вот здесь видите семена такие, и внутри, и пульпой окружены, ну, очень ароматные, сравнить не с чем, вот это только именно passion fruit. Я никогда, ну, как бы не думал, что у него такой необычный, насыщенный тропический аромат. Так что вот так, оно выглядит. В теории можно эти семена посадить и вырастить растения, но мне не нужно, я в принципе вот нашел, купил и имею себе. Так что вот такая новость у меня, ребят. Спасибо за просмотр, пока-пока.